Самые яркие, самые непредсказуемые, самые запланированные и самые спонтанные. Что может быть лучше путешествий? Нам совершенно не важно, как часто ты путешествуешь и насколько золотая твоя карта. Если у тебя есть 24 часа, инспектор Travel расскажет тебе, как провести их в любом городе России с пользой для души, тела и без нагрузки на кошелек. Места, о которых не знает никто, мероприятия и развлечения, которые рекомендуют сами местные жители. 24 часа на Красноярск. Время пошло! Всем привет! Меня зовут Лёш Набросов, и мы с вами продолжаем путешествие по России. Сегодня мы в Красноярске. Что мы знаем об этом городе? Что он стоит на Енисее и является столицей Восточной Сибири. А вот где развлекаются местные жители и как они его называют любя, и где находится самая большая розетка, которая питает весь край, мы узнаем в сегодняшней программе. Поехали! А еще Красноярск – самый восточный город-миллионник в нашей стране. И один из самых старых во всей Сибири. Признаюсь сразу, здесь прошли мои студенческие годы. Поэтому для начала я прогуляюсь по городу сам и покажу вам пару сладких мест. Да-да, сладких. Памятники вы и сами быстро найдете. А вот это... В Красноярске есть своя фабрика. Тут вкуснейшее мороженое из цельного молока. Сейчас проверим. Можно пломбир? Какой? Который советский. Советский, он сейчас по акции. Вот, пожалуйста, прочитайте. Давайте, беру. Ага. Мне обычный, который в стаканчике. Хорошо, 58. Так, ну, упаковка. Красная, яркая. Видимо, потому что Красноярск все-таки красный город. Так, пломбир. Мне достался шоколадный. Вафельный стаканчик, который любим с детства. Мороженое не пожалели, видите, оно прям с шапкой. Пахнет шоколадом, прям вот как в детстве. Не вкус такой же, как в детстве. Вкусный. Но мороженое – это не единственный вкус детства в Красноярске. Есть здесь еще. А это знаменитая красноярская шоколадная фабрика. Так, ну все, что я помнил из детства, я вам показал. И, честно говоря, про себя отметил, что город изменился. И я сам уже далеко не узнаю все. Изменился он в лучшую сторону. Появилось много новых зданий, улиц, парков и даже городскую набережную не узнать. В мои студенческие годы набережная Енисей, да и сам Красноярск выглядели иначе. Думаю, что пришло время встретиться с гидом, чтобы она помогла мне взглянуть на город свежим взглядом. Лена, гид, которая и будет показывать нам местные достопримечательности, назначила мне встречу в одном, ну, очень примечательном для Красноярска месте. Ну, пусть она сама вам все и расскажет. А находимся мы сейчас в одном из самых красивых мест нашего города, исторических мест. Место это называется Караульная гора. Тут за кем-то караулят? Когда-то действительно, да, именно здесь находилась главная сторожевая башня, где сидел сторож и наблюдал за приближением врага. Потому что город видно как на ладони. Абсолютно верно, да. Это одна из самых высоких точек города. Отсюда очень хорошая обзорность открывалась. И это было действительно удобно тогда для казаков. Мне кажется, я вижу Биг Бен местный, да? Абсолютно верно, да. Это Биг Бен, это наша местная достопримечательность. Вторая часовая башня после Кремлевской в нашей стране. Действительно, часы уникальные. И очень круто. Известные, да. Есть здесь еще кое-что примечательное и наверняка знакомое каждому из вас. Заметили? Так, а вот эта башня, это, мне кажется, я ее где-то видел. Да. Она на десятке. Наверняка, да. Именно на купюре достоинством в 10 рублей изображена наша часовня Параскевы Пятницы. Стоит она здесь достаточно давно, аж с 1855 года. И появилась здесь благодаря купцу Кузнецову. А она действующая? Да, абсолютно верно. Она действующая. Церковь – одна из самых любимых у людей православных у нас, у красноярцев и гостей нашего города. Класс!
Оставив позади один красивый вид, мы отправились смотреть другой, поскольку в самом городе я видел все. Лена решила мне показать, что его окружает, и честно вам скажу, не зря. Так, Лен, мы опять оказались на какой-то смотровой площадке. Абсолютно верно. Мы снова на одной из самых красивых смотровых площадок у нас за пределами города. Ага, ну тут очень красиво. Тут вокруг горы, Енисей. Правильно угадал? Да, да, верно. Так, и какая-то рыба. Да, это царь-рыба. Собственно, смотровая у нас так и зовется. Царь-рыба. Она посвящена Виктору Петровичу Астафьеву, а точнее его одноименному произведению, в котором он восхваляет осетров. И у нас, кстати, есть традиция, если есть какое-то заветное желание, можешь кинуть здесь монетку. И оно сбудется? Обязательно. Вот интересно, почему в каждом городе, где бы я ни был, есть место, где надо кинуть монетку? С другой стороны, ну какой из меня турист, если я денег не оставил? Тем более, за желание. Ну-с, а должна попасть или просто так? Так, ладно. Желательно. Оп. О, отлично, отлично. Попал, да? Попал, да, да, ты попал. Загадал. Ну и, собственно, сюда приезжают ради видов, ради шикарных панорамных видов, откуда открываются. Здесь, конечно, замечательно. Да, да. Также мы отсюда здесь видим наш знаменитый скальный массив Караулинского Нагорья, где у нас, к слову, гнездятся сапсаны. Сапсаны – это самая быстрая хищная птица в мире. Не просто так, у нас поезд между Москвой и Петербургом. Да, я только хотел сказать, что есть поезд такой. Так, поезд Москва-Питер, а они обитают здесь? Да, да. Как говорят орнитологи, очень привередливая птица, очень долго ищет себе место гнездования, но она облюбовала место именно здесь. Ох, Лен, если Красноярск там, это Енисей, значит, там находится ГЭС? Верно. Ну, до ГЭС мы еще доедем. А пока, полюбовавшись еще немного прекрасным видом необъятной Сибири, на какое-то время оставим природные красоты и отправимся обратно в город смотреть на рукотворные достопримечательности. Культурная жизнь города Красноярска насыщена и разнообразна. Здесь очень много мест, где можно узнать о городе чуточку больше. И мой выбор пал на музейный центр «Площадь мира». Это крупнейшая площадка в Восточной Сибири современного искусства. Надеюсь, его сотрудники помогут мне ответить на вопрос, как понимать современное искусство. Нет? Да, знаю. Задача не из простых. Понять современное искусство порой не удается даже тому, кто его создает. Но я все-таки попробую. Тем более, у меня в этом будет помощница. Мария, приветствую. Здравствуйте. А ваш музейный центр «Площадь мира» по описанию в интернете, ну уж очень интересный, я решил его посетить. Очень рада вас приветствовать у нас в музее, и давайте я вам пройду небольшую экскурсию, расскажу, что у нас где, как. Вот, надеюсь, вы останетесь довольны. Давайте, пойдемте. Этот музейный центр – крупнейший во всей Сибири центр современного искусства. Здесь аж 5000 квадратных метров выставочных площадей. Вы только вдумайтесь, 5000 квадратов искусства. Это же с ума сойти можно. А учитывая то, что оно современное, так и дважды с ума сойти можно. Начать мы решили с зала Ленина. Да, вы скажете, что это не самый современный персонаж. Но поверьте, здесь на него смотрят вполне современным взглядом. Что здесь стоит обратить внимание вот тому, кто ни разу не был в вашем музее? Чем тут уникальна вот эта выставка? Главное, стоит отмести все какие-то мысли о том, что это вот именно зал Ленина. Тут главное понять, что мы Ленина любим и уважаем, но, тем не менее, мы по-своему переосмысляем. И вот вам первый переосмысленный экспонат – грозовая туча, которая наверняка что-то да означает. Это облачко. Да, это медуза. Раскаты наивности. Нет, это облако. Это звуковая интерактивная инсталляция. Ее можно потрогать, ее можно услышать, можно вступить с ней в контакт. То есть, когда ты к ним подходишь и... Можно трогать, да. И вот у нее по задумке, прикасаясь к вот этим корням молниям, можно повлиять на весь, на все вот эти вот раскаты, которые мы слышим сейчас. Но не отхватить при этом разряд тока? Нет, не будет. Ну, как бы можно все, вот, вы что-то задели. И вот
Я задел, все не работает. Вот, ну, возможно, оно само. Нет, кстати, возможно, оно само. Но мы до сих пор не разгадали эту разгадку. Загадку, точнее. Да. О, опять заработало. Да, каким-то образом оно, в общем, с нами коммуницирует. А как, собственно, Ленин связан с этой тучей, даже не спрашивайте. Думаю, тут при желании каждый найдет собственный смысл. Ну ладно, с облаком прокоммуницировали. Давайте двигаться дальше. Так, а здесь я, насколько прочитал в интернете, тут еще есть коммунальная квартира. Все верно. Да. Коммунальная квартира – это наша гордость. Это выигранный в 2017 году грант, который позволил нам переоборудовать наш технический коридор. То есть все вот это вот пространство, ну, это экспозиционное. Пойдемте. Это экспозиционное выставочное пространство. А вот здесь уже технический коридор, который мы переоборудовали в коммунальную квартиру. А-а-а. Собирать все эти предметы, все, что... ну, со всего Красноярска точно. То есть мы кинули большой клич. Около 200, по-моему, людей приняло участие, то есть каждый приносил свой какой-то предмет. И это, то есть, предметы Классно. Живых людей, да, которые таким или иным образом поучаствовали в нашей экспозиции новой. У меня была у бабушки такая. Вот, да, здесь каждый предмет откликается в памяти. Белогвардеец. Да, вот, у него книжка Кафки, сначала она просто у нас лежала, но в какой-то момент ее украли, и нам пришлось ее посадить на цепь. А-а-а. Вот, да. Всяко бывает. Каждый год в этом музее появляется до 30 новых выставок. В коллекции музея 25 тысяч предметов. Словом, все здесь посмотреть нереально даже за один день. Но то, что я видел, мне очень даже понравилось. А еще понравилось то, что многие экспонаты можно трогать руками и как-то с ними взаимодействовать. Туча не даст собрать. Ну вот, в общем-то, мы обсмотрели залы, которые успели. Мария, спасибо, что уделили время. Музей вдохновляет. Здесь нанизана история на современный лад. И все, что здесь есть, оно интерактивное. И это прям лайк. Все круто. Но у меня есть вопрос для вас. Как понимать современное искусство? Ну, вопрос очень интересный, вот, и у нас его задают очень часто. Ну, для этого, собственно говоря, мы и есть здесь музей, в который каждый может прийти, каждый может почувствовать, потрогать, увидеть что-то, по-своему это понять, и интерпретировать. И, собственно говоря, современное искусство, его нужно чувствовать душой и сердцем. То есть, если тебе это нравится, если у тебя к этому лежит, если ты еще можешь к этому прикоснуться, то тогда это точно современное искусство, и оно твое. Круто, спасибо еще раз. А мне нужно бежать дальше. Хорошо, все, всего доброго, до свидания. Ну что, идем дальше? Ну а теперь от современного и не всегда понятного самое время вернуться к вечной и понятной природной красоте. Благо в Красноярске за этим далеко ходить не надо. Буквально в черте города есть парк Бобровый Луг. Любимое место отдыха как туристов, так и местных жителей. Бобровый Луг был открыт в 2006 году. Изначально это была горнолыжная база-курорт, который находится в 15 минутах от центра города. По сути, это фитнес, который доступен каждому жителю. Взял доску, сел в машину и после работы укатил на склон. А еще здесь вот буквально вот там за холмом находится заповедник «Столбы». Природоохраняемая зона города Красноярска и всеми известная для любителей экстремального скалолазания. И не только. А если вот туда смотреть, то мы видим город как на ладони. Что тоже красиво. Да и вообще классно, что высоко. За подобным ехать далеко не надо. То есть не надо стоять в пробках, не нужно ехать 40 минут, час, два, 15 минут, и ты наслаждаешься красотой. Ну, 15 минут на городском транспорте, потом еще 20 на подъемнике. И вот уже после этого ты на вершине Красноярска! Наталья, здравствуйте! Здравствуйте, Алексей! Слушайте, я в восторге. Здесь тайга бескрайняя, здесь город как на ладони, Енисей большой, могучий. Мы с вами в Бобровом Лагу, но бобров я не встретил. Как так? Все верно. Бобров у нас нет, и вы их здесь точно не встретите. Зато у нас есть горнолыжники, сноубордисты, люди, которые активно отдыхают, люди, которые хотят испытать экстремальные аттракционы, хайкинг, даунхилл, маунтинбайк. Все это у нас. Так, подождите, перевод. Хайкинг?
что моутин, что Моутинбайк — это горные велосипеды, ага. Хайкинг — это пешие прогулки по лесу. Это вот это вот с и палками. И с палками, и без палок. В любом случае будет классно пройтись. Свежий воздух — все это здесь у нас. Ну, на велосипеде я катаюсь так себе. Если сейчас поеду на лыжах, то меня вряд ли поймут. А вот пройтись — это запросто. Тем более здесь начинается территория национального парка и заповедника, который называется Красноярские столбы. Мы с вами на экологической тропе, которая была построена в 2018 году. Так, заповедник, говорите, буквально молодой, всего лишь 100 лет. Ну, по разным оценкам, это достаточно такой серьезный возраст. Ага, и его горожане сделали. Да, по инициативе горожан заповедник, вот эта вся территория приобрела заповедный статус. Ага, то есть группа инициативных людей в 1924-м году собралась и решила, что эти легкие города нужно оставить в целости и сохранности. Не только легкие, но еще и скалы, потому что очень много скал вырабатывалось, и на строительство города вывозился камень. Ага. Вот, были взорваны несколько скал на строительство, в том числе коммунального моста и зданий в центре города. И люди увидели, что экосистема очень серьезно изменяется, и, в общем, настояли на том, что все это нужно сберечь. Хранить, да. Для последующего поколения. Да, да. Это вот как раз-таки вход на столбы. Как, в столбы или на столбы? На столбы. На столбы. У нас так говорят. Свое название парк получил от скал, которые по своей форме напоминают, чтобы вы думали, правильно, столбы. Но к самим скалам нужно идти куда дольше и готовиться лучше. А мы пришли на еще одну смотровую площадку, откуда можно увидеть те самые скалы. Но и не только. Все остальные красоты Сибирского края тоже как на ладони. Наталья, это да, безумие просто. Это мы красиво. С вами на смотровой площадке национального парка «Красноярские столбы». И посмотрите, какие шикарные, живописные виды открываются. Да. Вот, и видите скалы? Ага. Вот это скала Воробушки. Воробушки? Да. У наших скал у всех есть причудливые названия. Люди ходили вокруг, смотрели, что привиделось, кому что-то напоминает, какие-то образы. И а поэтому... как тут Воробушки? Ну вот, вот Воробушки. Наверное, нужно подойти поближе и походить. Вот там скала Малый Беркут. Вот видите, да? Да. Вот там вот вдали торчат перья. Ну вот их прям... Вот, да, вот, вот между... Да-да-да. Ну вот там вот наш знаменитый Токмак. А вон там, видите, это китайская стенка. Китайская стенка? Вот. Сейчас она плохо подсвечивается. Но это вот... не китайская, да? Это не Китай. Это наша китайская стенка. Это наша китайская стенка. Мало ли. А Токмак — это вот... А вот где флаг, видите? Да, это вот спина города Красноярска. Да. Защита. Защита — наша опора. Слушайте, круто. Как же это здорово, когда красоту можно увидеть не только внутри города, но и снаружи, при этом фактически из него не выезжая. И это все вот буквально в 15 минутах от города. Да. То есть каждый житель может просто насладиться фантастической красотой буквально вот раз и все. Да, и очень многие выезжают на выходные, кто-то начинает свое утро с посещения заповедника, в 5 утра пройдутся по каким-то там тропам и вернуться на рабочее место уже наполненные воздухом, природой, красивыми видами. Класс. Вот. Поэтому... Спать буду как убийца. Да. Нам в этом смысле очень повезло. Ну а еще отличное место для того, чтобы купить сувенир. Ведь, как вы помните, у нас есть традиция. В каждом городе мы покупаем сувенир и дарим его местному жителю в следующем городе. Так, Наталья мне успела поведать историю о том, что жителям следующего нашего города нужно напомнить о том, что Красноярск является центром России. Интересно, что можно взять такого, чтобы это было очевидно? Так, это точно не будет напоминать? Это тоже... О! Настоящий центр России. Красноярск. Мне кажется, идеальный выбор. А? Нравится? Берем. Есть еще одно место, куда, будучи в Красноярске, просто необходимо поехать. Это Красноярская ГЭС. Находится она в каких-то 50 километрах от города. Но совершенно точно стоит посетить. Это монументальное сооружение заставит восхититься даже самого опытного туриста.
Нельзя приехать в Красноярск и не съездить посмотреть Красноярскую ГЭС. Она одна из крупнейших в России, второе место, кстати, занимает. А в высоту 125 метров. Это плюс-минус 40-этажный дом. А электроэнергии вырабатывает так, что хватает не только городу Красноярску, но и всему Красноярскому краю. А на момент завершения строительства и запуска, то есть в 1972 году, Красноярская ГЭС была самой мощной в СССР и самой большой гидроэлектростанцией в мире. Что неудивительно, ведь длина бетонной плотины почти 1100 метров. Вы представляете? Больше километра! Хотя зачем вам представлять? Вы же прекрасно сами все видите. Это просто рукотворное чудо или диво. Еще одно диво можно, кстати, увидеть совсем рядом с плотиной. Мало кто знает, что рядом с Красноярском находится кусочек маленькой Швейцарии, а именно город Дивногорск. Он был воздвигнут специально для строителей гидроэлектростанции. Теперь же это маленький уютный городок на берегу Енисея, где проживает 20 тысяч человек. По причине какого горного дива так называется этот город, я, честно говоря, не знаю. Но и разузнавать у меня уже времени нет. Пора возвращаться в Красноярск. Тем более, там меня уже ждет моя подруга Женя из студенческих времен. Я ее не видел много лет, поэтому ей и презентую наш сувенир из предыдущего города. Юаш, привет! Женька! Блин, иди сюда! Блин, ой, какая ты! Классно, я так рада тебя увидеть! Блин, я тоже! Ты вообще не изменилась! Ты вообще супер выглядишь! Спасибо, ну ты лучше! Как ты? Я прекрасна, у меня вообще все хорошо! Блин! Вообще не знаю! Как город? Город? Город офигенный! Город изменился! Он уже не тот, Леш, что прежде! Я вижу, он ярче, он светится. Он огромный. Здесь есть где работать, где гулять, где отдыхать, где уединиться. Мне очень сильно нравится. Прежде чем ты мне все дальше расскажешь, скажи, ты была на Байкале? Не была, к сожалению, не получилось. Тогда отличный повод туда съездить. Это подарок тебе. Спасибо. Байкала. Тут варенье из шишек и чай. Да. Спасибо. Он, кстати, собирает его где-то на склоне. Обожаю. Вот. Ну что, пойдем покажешь город? Пойдем. Пойдем. Хочу вам сказать, что вечером Красноярск становится еще более уютным. Гулять здесь одно удовольствие. Жень, да. Город изменился до неузнаваемости. Там, где был тупик, теперь дорога на ведущий 4-й мост. Да. Но это одна из самых сложнейших развязок, которые сделали в Красноярске. Она очень сильно разгрузила правый и левый берег. И добираться теперь до Бобрового лога и достопримечательности той части стало намного проще и быстрее. То у нас открылось огромное число стадионов, огромное число спортивных площадок, которых до этого не было. И теперь у нас молодежь может благодаря этому развиваться в новых направлениях. Плюс мы, как жители, тоже получаем достаточно много фидбэка от этого. Даже на концерт или на какое-нибудь шоу сходить становится намного приятней. Ну, и, в принципе, повышается статус города. Столько всего нового, чего нету вообще во многих городах по России. Подводя итог моего путешествия по этому сибирскому городу, хочу сказать, что Красноярск тогда, когда я здесь жил, и Красноярск сейчас, это два совершенно разных города. Сейчас он стал больше, но при этом чище. Здесь выросло число достопримечательностей, но при этом к ним теперь легче добраться. Даже окружающая природа стала лучше, так как местные за ней стали ухаживать больше. Но вот что здесь не изменилось, так это люди. Они остались такими же приветливыми и отзывчивыми, какими и были всегда. Жень, город настолько удивительно изменился, что глаз не нарадуется, поскольку здесь появились новые дома, районы, мосты, и город даже стал миллионником. Да, людей у нас сейчас очень много. Это вообще, блин, поражает. Приезжайте в город Красноярск, он удивителен. Тут есть на что посмотреть, чем позаниматься, а главное, весело провести свое время и свой уикенд. Ну а мы с Женей прощаемся с вами и идем гулять по ночному Красноярску. Пока-пока. Пойдем. Фото карт из юности привет.